Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня мне опять предстоит, вот записная книжка вся исписана в вопросах, отвечать. Один, видать, человек, который подписчик, не был в тайге и не был в экспедициях, и, видать, дома не шибко заготавливает продукты, спрашивает, какое снаряжение и вот минимум продуктов на полгода. Ему надо на полгода. Ну, я даже не могу на этот вопрос вот конкретно ответить. Когда садишься и примерно прикидываешь, во-первых, какой человек? Есть человек 55 килограмм весит, а есть 110 килограмм весит. Естественно, они будут кушать, порции будут разные. Есть человек, который любит кушать одно, другой кушать другое. Я, например, не очень люблю гречку или горох. Ем когда, но не шибко люблю. Поэтому... Еще надо рассчитывать, поймаешь ты рыбу, убьешь, добудешь ли ты мясо. Вот все эти факторы, там глухари, рябчики, рыба, зверь крупный, что-то там, медведя добудешь, жира будет полно осенью, когда ты на охоту заезжаешь. Поэтому планировать надо, чтобы, конечно, продуктов хватило. Мука, сахар. Вот самое такое необходимое. Потому что если есть муки достаточно и сахара достаточно, с муки можно и клёцки сделать, и можно лапшу сделать по-домашнему, и лепёшки, у тебя хлеб как бы. Всё вот это. А уже крупы, это по своему усмотрению надо. Всякие там деликатесы тоже желательно, чтобы... Если вы их любите, желательно, чтобы взять для разнообразия. Приправы. Вот приправы надо брать обязательно. Приправы, сейчас разные приправы в сухом виде. Это можно брать побольше, они недорогие. Но я вам скажу, тут есть, например, приправа и просто простая уха, вот просто подсоленная и приправы насыпанные. Уже и рыба другая, и вкус ухи другой. Или пресная она, или вот эти приправы, они уже позволяют кушать. У меня друг вот этот Володя Барышников, про который я часто рассказываю. Были у нас случаи, когда у нас не было мяса. И вот мы варим там что-то себе, тушенку, это, собакам. И ну нету там, нечего им положить. Ни рябчика, ни глухаря, ни кишки, ни... Мясо не добыли только там. И он бросал лавровый лист. Говорит, даже вот кинешь лавровый лист, уже как бы собачья приправа совсем другая. Ну, крупа, например, там, что-то маленькое какого-то там, может, чуть тушенки, и вот лавровый лист. Он говорит, они любят, они любят. Вот такие моменты. Я, например, приехал один раз, очередной раз меня выперли, и я за это дело. Я потом приехал и с гидрологами заехал. И там же остался. Остался с теми продуктами, которые у них остались. Которые у них продукты остались, так приглядел. Сколько это, и вот я остался с этими продуктами. И еще, правда, когда их вывозили, по рации запросили еще дополнительно что-то. Ну, у меня их осталось, и я потом эвенкам отдал. Сидор там охотился, эвенок, это в Вершинезее было накануне, я ему отдал. С Женей Подолькой мы заезжали, вот мы заехали, провожали нас его брат с другом, добыли сахатых, двух рыбы поймали, карасей. Это было уже сентябрь, в конце уже заморозки, уже
И вот они говорят, мясо давайте оставим вам. Да ну что ты, какое мясо, мы тут в тайге, собаки у нас, мы охотники. Нет, забирайте, не надо. Ну и они увезли мясо. Рыбу мы ловили, мы возили, ставили сетки, ловили карасей, ходили на махалку, ловили щук, налимов. Этого было полно. А вот мясо мы не добыли. Не добыли. И как назло, и глухарей, и рябчиков там мало было. И зайцев, вот время такое, когда зайцев не было. Не было зайцев, год тот был. Сейчас я не знаю, это по Арге было. И, но у нас было полмешка сухого молока. Вот бумажные мешки, и у нас полмешка было сухого молока. И у нас было один день гречневая молочная каша, второй день пшенная молочная каша, рисовая молочная каша, вермишелевый молочный суп. И мы вот на этом молочном, мы как бы тянули, не напрягаясь. А мы съели, по-моему, 2 или 4 белки и штуки тоже 3 или 4 рябчика. Ну, не было их, вот не было. Не попадали. Мы думали, что мы убьем, добудем мясо. Даже не было никакого сомнения. Вот медведь один раз попался, собаки не пошли. Свежий след по снегу, уже перед тем, как ложиться в берлогу. И мы без мяса. И вот и тушенки не было. Ну как же, в тайге охотники и тушенку возить. Ничего себе, к мясу мясо везти. Вот так. Поэтому я здесь... Советую самому ориентироваться, сколько человек ест, сколько, что он ест, сколько он весит. Здесь конкретно я не могу дать. Я не человек, который раскладки составляет для каждого меню. А это надо уже самому, каждому рассчитывать. Лучше пусть немного останется. Не, а точно так, день в день, ну, конечно, не рассчитаешь. Вот там же у нас с мукой была загвоздка. И один раз вот с мукой была у меня загвоздка, и я стал просто муку экономить. Муку мы много едим, хлеба, и вот это тоже накануне было. Я или в заход идти с базы, выходишь, надо там 2 дня туда, день туда, день там, день назад. Вот берешь с собой 2 лепешки маленькие. Приходишь, пол лепешки, утром пол лепешки, вечером пол лепешки, утром пол лепешки и ворачиваешься на базу. Вот эти маленькую пол лепешки ешь, и все вполне хватает. И один год мы добыли медведя с Володей Барышником, и было много жира, мы ландорики. Жира много, и мы не лепешки делали, а прям в этом медвежьем жиру, его он, да он прям выдавливался, этот медвежий жир, он там как сот мед. Если через медогонку прогнать, по-моему, там весь жир стечет, вот такой был. И вот в этом жиру мы делали эти ландорики. Очень вкусные, питательные. А вот с Женей Подолькой, он даже говорил, дядь Коль, мы на одном молоке, у нас тут продуктов не сильно много, мяса нет. А мы с тобой мало едим, а не худеем. Оказывается, мы даже еще лишнего переедаем. И мы действительно не похудели, наоборот, тонкие, звонкие и шустрые. Ну, вот я этому человеку, подписчику, на этот вопрос ответил. Это задают иногда. Всего вам доброго. Удачи. Радости. Любви, красоты, творчества, здоровья. Гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока.